Привет, друзья! Итак, какое пиво попробовать или купить в Германии? Германия – одна из стран, национальный напиток которой – пиво. И немецкое пиво ценится не только самими немцами. Каждый год в Мюнхене проходит крупнейший в мире пивной фестиваль – Oktoberfest. Наверное, вы тоже слышали о нем. На этот фестиваль съезжаются любители пива со всего мира. И перед вами топ-6 марок пива по результатам голосования на одном из последних фестивалей. А можете сделать себе скриншот или выписать эти марки, или перейти на сайт по ссылке в описании к видео, на текстовую версию этого видео, и скачать себе картинку топ-6 марок пива. Итак, что это за марки? Это Августинер, Хакерпшот, HB, Лоуэнбрау, Пауланер и Шпаты. Лично у меня из этого списка получилось попробовать только Пауланер нефильтрованное. В оригинальном кафе Пауланер оно стоит в районе 2,5-3 евро. Ну, скажу, что пиво очень мне понравилось. Оно очень вкусное, такой вкус насыщенный, довольно крепкое. Стоит попробовать. Еще одна марка, которую удалось попробовать, это Эхренсдорфер светлое. Тоже довольно неплохое, такое чистое пиво. Но ничего особенного, скажу честно, не почувствовал. Такого уровня светлое пиво пробовал и во Львове. Так что, друзья, советую вам все-таки обратить внимание на топ-6 из предыдущего кадра и попробовать эти марки пива. Ну что ж, хорошего отдыха в Германии. Ставьте лайк за это видео, подписывайтесь на канал Мир своими глазами. Пока, друзья!